Кем? Долбоевым. Чего? Что чего? Я не слышу, что ты сказал. Ну и хуй с тобой. Ну и ладно. И где ты? Ну на карту посмотри, я с тобой уже. Думаешь? Может, со мной уже. Так, мы собрали там лут, да, кажется? Кого собрали? Лут. Вроде да. Ну, снизу. Секунду. Че, пойдем пытаться еще раз с этим пидорасами драться? Да. Да, блин. Отравил меня. Из-за тебя. Че-то отравился ты. Ну, я к тебе ТПшнул, все понятно, а ты там где-то проходил мимо. Мимо говна какого-то. Почему я не отравился? Ну, я откуда знаю. Отхилился. Естественно. О, Константин, ты уже тут. А я что-то провтыкал в сообщение. Сохраняйся. А, вон, подожди, позже. Ладно. Да, уже сохранился. Собственно, как ты видел из названия трансляции, Дота позже. Я же думаю, Никита не сегодня не всю ночь играет. Давай вот здесь сохраняйся. Так, ты меня телепортируешь, наверное, туда? Ну... Или просто его херачим? Да давай. Смотри, просто его попробуем. Когда умирают собаки, он их резает. Он не бьет. Угу. Пока не лезь. Ну, я попутно сейчас подрублю все. Хочу его застанить. А что я удивил-то сегодня? Застанил? Двоих. Так, что делаем? Мне собак бить? Да, ты хуяришься. А, взрывающегося. Взрывающегося, точно. О, точно, я же себе скилл немножко переставил. Я уже забыл про это. Не добил. Убил его сразу? Нет, не добил. Воодушевление бы не кастанул, сука, ты бы убил его. Ну да. Так, заморозить. Разряд. А разряд как фигачит? Достану. Достану и добью. Отлично. А, ну да. Так. Я даю воодушевление. А дальше... Mm-hmm. Пёс живой. Так, чат подрубил. Кстати, а что с экраном? А, экран завис, да? Все, понял. Хилку на меня кинешь? Да, кину, конечно. Пока, точно, наверное, точно. Повезло, что они на меня ополчились. А может нет, потому что меня за следующий ход можешь забрать босс. Вот за это, да. Так, ну давайте я сначала хилку кину. А потом волков убить. Волков убить, да? Так, игру сейчас я чуть позже после его хода уже туда делаю. Так, их сразу застанить я не смогу. А что я смогу сделать? Могу убить волка. Давай убью одного волка, как минимум. И все. Что я смогу сейчас сделать? Та-та-та-та-та. Все, игра на месте, да? Должна быть на месте. Сука! На. А.
Меня могут сейчас добить. Тебя? Угу. Да, могут. Я еще и застанен, блядь. Отлично. Ну, как минимум это. О, все. Пошло, отлично. Ну, я могу еще одну регенерацию на тебя кинуть, свитка надо? Чтоб ты сразу немножко хп подрессал. Ну, давай. Давай. Далее, что я могу сделать? Убить еще одного волка, да? Давай. Давай, убью еще одного. Добью. Вот этого волка. Так, мне не хватит, да? Давай, ладно, вот этого волка я, наверное, тогда заморожу. Как минимум. Смог, смог. Слушай, у меня появилась идея. Какая? Ты меня тпшишь туда. И убиваешь не взрывающегося, а волка. И босс начинает тратить ходы на воскрешение. На их рез, а не на убийство нас. Ну да, наверное. А за это время, возможно, я успею снести ту херню. Так, давай себя подрезать. Возможно, три хода хватит просто. Может быть, может быть. Глянь, сколько хп у этой твари защитной. Какой защитный? Который магию дефает. Который магию дефает. Сейчас гляну, если смогу. Хп 91. Как день концентрирования? Да, хорошо, только весь день проспал, считай. То есть за два хода я его убиваю? Ну да. Наверное, так. Сколько хп у волков? Сейчас скажу. А у тебя, Константин, как дела? У волков 157. Не у нежити, у волка. Зловолка обычного. А, даже у обычного. А, вот, вижу. У обычного 130. За один ход сможешь нести одного? А, нет. Наверное, нет. Я как минимум, видишь, могу его... Давай попробую. Мы же сам сейчас сдохнем, да? Я могу вот так вот сделать и... Законтрить он, наверное, да? Вряд ли добить. Законтрить. А, не факт, что законтрится. Ну, как-то не получилось. Загружайся. Так, сейчас на быстро сохранялся, да? Да. Ну, почти. Нужно волка именно убить за ход. Может, у тебя какой-то свиток есть атакующий? Неа. Весь день стрим ждешь. Никита, ты как поживаешь? Терпимо. Чего-то голос сказать не могу. Ну ты, Никит, не терпи, как бы нормально все. Так, нет свитков у тебя, атакующих. Атакующих нет свитков. У меня есть граната. А нет, в рупе же есть у меня отравляющий дротик. Ну это не то, я тебе дал два броска. Какие два броска? Гранаты дал. А, гранаты дал, вижу. Ты думаешь, гранатами мне запулять их? Возможно, может, у тебя больше... У меня наносила она до 32 урона, кажется. У меня до 30 урона. Давай, телепортируй меня. Короче, тебя телепортировать туда. Ну, видишь, чем ты ближе... Аккуратно, дальше не иди, дальше не иди. Нормально. Чем ты ближе, тем я тебя дальше тпшну. Понял тебя. То есть сейчас я тебе могу дотпшить до сундука, до этого ящика. Давай. Нормально, да? А, значит, три хода понадобится. Все, фигачу. Я могу еще ближе подойти. Ну, давай, попробуй. Давай. Такс. Блин. Быстрей, быстрей, быстрей. До скелета. Успел? Успел. Да. И сразу взрыв. Сука, пол хп сразу нету. Что произошло там? Ой, блин. Я тпшнул в эту херню, блядь, которая взрывается. Да? Ну да. Я не знаю, нахуя, конечно, так сделал, но ладно. Ну, не знаю. Так, за кода достану. Кинь хилку, хилку, хилку. Да, да, сейчас. И ты ни одного волка не убьешь, да, заход, значит? Нет, нет, не убью. Так, стри, подойти мне. Кинуть ты хилку. Кроме хилки ничего не сделаешь, наверное, да? Не знаю. Что еще могу сделать? А ничего больше не могу сделать. Все. Сообщения нет поверх экрана, что ли? Возможно, за следующий ход, я его снесу, если выживу. Ага. Ну, окей.
И Тарате придется сдавать контроль в этого ебаного босса. Ну, окей, окей. То есть мы выживем? Да. Я не уверен, что мы выживем. В тебя, блядь. Эх. А второй? Нет, не летальный, но... Вот теперь да? А, нет. Бля, ты еще и выжил. Жестоко. Может, притянешься ко мне? Вот, я думаю. Не имеет смысла. Ну, взрывающегося уже нет. Давай в любом случае притянусь к тебе. И все. Давай, давай, давай. Так. Главное, блять, вот хоть сейчас сохраняйся, честное слово, Сань. Ну, мы, смотри, можем сохраниться на простое сохранение. На простое сохранение, давай. На волк сдох? Можно. Волк не сдох. Mm-mm. Жалко. Не да сдох. А? Не да сдох. Потом загрузимся, я, возможно, смогу другую хуйню сделать. Mm-hmm. Босс, к сожалению, до нас дотелепортируется. Если будет бить меня, то, возможно, мы выживем. Ну да. Возможно. Я понять не могу, как лучник отхилился. Блять. Не знаю. Ох. Подожди, пока не загружайся. Ага. А босс хода не сделал, да? Ну, походу, нет. Я что-то не увидел. Так. Ударить я никого не смогу, поэтому сделаю вот так. Сука! Он убился от тебя? У тебя какая-то обратка есть, Сань? А вот черт его знает, вроде бы нету. Я вот не понял, если честно. Возможно, зря я тогда по кругу ударил. Потому что я мог бы тогда волков так, всех сейчас троих ударить. Итого, что мы имеем? Убить волка. Смотри, я могу добить волка, одного своего волка. Угу. И, возможно, только отхилиться. Давай отхилься, в первую очередь. Ну да. Чутка отхилился. Ну да, либо... и убить зловолка. Так, либо смотри. Я могу, ну, ладно, молниеносный прыжок сделать. И, возможно, я оглушу двух. Давай. Лучше так сделать? Да. Ах. Одного оглушу только. И не добил. Проблема, что до того я не доберусь, да? Нет, наверное. А, Санек, смотри. До того 7 ходов мне дойти. До другого 6. До скелета тоже 6. Mm. Скелета я добью, но он его не реснет. Скелет два раза атакует. Кого лучше убить? Скелет застанет. Наверное, скелета. Скелета, наверное. Ага. Ну, давай. Теперь, думаю, босс будет доставать до меня. Ну, наверное. В прошлый раз он в этом месте доставал. Сука, как больно бьют, а. Вообще. Тебя двое будут атаковать, сука. Вдруг выживу. О, тот сдох. Отлично. А от чего они умирают, опять? А я тоже не пойму. А какая разница? Двое, ну-ка. Секунду. Я не вижу ничего в... Зловолк принимает смерть. Окей, окей, Константин. Я, если что, ВКонтакте чекну. Ой, чекну, напишу. Ай. Сколько у упыря ХП, Сань? Я упырь. Я не вижу упыря. Ну, наверху вон. У маяка. У маяка? Сверху, блядь. Ну, босс. А, у босса. А, упырь, все. Все, понял. Не, Константин, нормально. 343. Угу. Че, волков дальше бить? Так, два нежити уже. Ты раз на раз с волками не справишься. Да? Слушай, знаешь, что сделай? Хм? Блять.
А смогу ли я волка убить? Так, но мне всякую хилку надо кинуть. Ну да, кидай. На тебя, на себя, на себя? На себя кидай. А, на себя. Это отличная идея. Смотри, тебе нужно куда-то от волков съебаться. А, вот никак не смогу. Никак? А-а. А что ты можешь делать сейчас? Сейчас я могу либо... Так, подожди, сколько? А, не хватит одной. Либо-либо могу одного застанить, возможно, заморозить. Либо одного дамагнуть. Но, наверное, а не убить. Сделать босса. А с боссом благо, что ли? Сейчас, может, заморозка сработает? С боссом? Да. Нет, босса я не достану. Сколько на две требует, да? Ну-ка, я если подойду на две клеточки. То меня волки будут кусать, да? Не знаю, Сань. Давай, короче. Окей, Кость, удачи, пока. Пока, удачи. Так, до босса достаю. Пробую. Сука, надо было сохранить. Не действует. Заморозка, сука. Блин. Ладно. Не прошло. Не прошло. Ну, попытались, как минимум. Ну, я понял, в чем дело, сегодня загрузись на тот сейф. Тот, который мы делали, да? Хотя, давай пробуем сегодня еще ход сделать, давай. Давай, чего бы нет. Загружайся. На. Загрузка. А хотя, подожди. Че? Так, и мы живы. Он в тебя лекарство кинул? А че он ничего не сделал? Я, Никит, не понимаю, что происходит сейчас. У меня есть два свитка регенерации еще. На тебя тратить или на себя? У меня есть еще ход. На меня не трать. Сделай сохранение в другой сейф сейчас. Давай. Так, сохранение сделал. Что мы имеем? Могу одного волка добить. Зловолка? Зловолка. Ну, всяко добью. Зловолка нежить отравленного. Не уверен. Слушай, Саня, знаешь, что сделай? И? Бей босса. Бить босса. Уроном. Уроном. Блин, мне надо еще ближе подойти. Опять спровоцируешь? Не знаю. А, попробую. Ха. Повезло. Так. Иди. Иду. А, блин, даже слишком далеко подошел. Ух. Такс. Как больно. И мне хватит одного кого-то застанить. Давай. Молнии или заморозить? Ловолка. Нежить. Я только до нежити дотянусь за тобой, который. Нежить, вставай, встань. Молния или... А? Молния или заморозка? Давай заморозка, блин, наверное. Попробую. У меня просто выше шанс застанить. Как раз. Написано выше. Текст, далее. Босса. Босса, да-да-да. Так, могу пнуть босса. Далее что я могу? Попробовать его чуть-чуть ударить и, возможно, оглушить. А, посмотри, может, у него иммунитет куда есть. Статистику глянь. Сейчас гляну. У него к воздуху как раз-таки уязвимость. Да? Угу. А такого я не вижу к эффектам. А слушай, а до волков ты можешь волков застанить так, чтобы от них, точнее как, чтобы к ним не подойти? Ну да, одного могу. Потому что босс пока вроде ничего не делает, поэтому хуй с ним. Зловолка нежить, который тут стоит. Да, зловолка нежить. Ух ты! Сука, оно... Саня! Оно по области бьет, что ли? Там, блядь, какая-то кровь или что там, сука? А-а-а, наверное. Да. Ну, как минимум, я всех оглушил там, да? Давай босса ударь. Нет, только...
Еще, давай чем-нибудь, хоть чем-нибудь его ударить, сколько там ХП осталось. А вот вообще нечем. Вообще нечем? Ну, подожди-ка себя, может быть. Пробуй. Сейчас, секунду. У него есть иммунитет к яду? К яду, да по-любому, Саня. Есть, да, что-нибудь. Есть. Я тебе гранату дал огненную. Гранату тоже не достаю. Подойди. Сейчас попробую. Не хватит тогда кинуть? А, не знаю. Так, граната стоит 3 очка. Подошел. Хватает. Давай. Скибдыш. Ух ты. Есть. F5. F5 прям? Да. Ой, F5 тогда. Все, хода нет у меня. Не умри. Не умри, тварь. Такс. Кинешь хилку на меня. Кинул хилку на тебя. И кинуть хилку на себя, наверное, да? Лучше ударь кого-нибудь. Лучше ударить? Застанешь. Хотя, блядь. Я тогда сдохну. Я двоих попробую застанить твоих. Ты моих попробуешь застанить, да? Да. Моего не надо, моего только морозом. Молнии не вздумай. Ну... Либо просто ударь. Сашка, а у меня какой посох, я забыл уже? Воздух же? Молнии у тебя. Молнии, да? Значит, не получится так ударить. Ударь ближних тебе. Я только могу либо ударить, либо застанить. Давай ближних ударь. Ударить. Одного. Не хватило. И больше нечего сделать. Давай. Ну все, значит. Так. И давай вот сейчас вот так сделаем. Чуть хили у нас. У меня у оружия или у чего-то есть эффект, блять, мало процентов, что я смогу застанить что-то. Кого-то. Да, ну, если я молнию сейчас долбану туда, нормально? Давай не надо. Давай не надо. Ударь с руки, пожалуйста. Вон что? Того, Санек, дальнего с руки ударь. Какого дальнего, подожди? Ну, волка, блять, нижнего. Говорю, за тобой. Нет, блять, там два их, Сань. Один в нокдауне, другой просто стоит. Почему не вижу, который в нокдауне? Сань, который после меня, сука, стоит. А, все, вижу этого. Ну да, я в него. А, все, понял, он слился. Не заметил сначала. Этого хватит только так сделать. А, у него нокдаун, да? Пофиг. Лучше бы другого сделал. Так я не достаю до того. Аж не буду подходить. Знаешь, что я сделаю сейчас? Не-а. А, не буду так делать. А, нет, сделаю. Так. У тебя ресалки есть, кстати, есть еще? Сейчас чекну. Нажми F5. Ресалка, да, есть. Нажми 2. F5. Так. Я решил вот так вот сделать. Отложи ход, Сань. Отложил. Именно отложить. Да, да, именно отложил. Раз. Норм. Того не ударю, ходов не хватает. А вот его уже можешь хоть, блядь, хоть станом ударить. Давай. Если я застанусь, ничего страшного. К тому же он еще ход пропускает все равно. Давай еще раз. Есть. Нажимай F5. F5. Санек, книга навыков аватар яда, Геомантия. Так как нам сказали, что мы можем хоть все четыре... Сделай дождь, пожалуйста, Сань. Кого сделать? Дождь. Дождь, точно. Ай, надо было с водичкой туда сделать, ну да ладно. Тупанул. Да и так нам. И забери глаз, что-то мне кажется, может пригодиться. Сейчас я пойду. Сундучок обшарю. Блять. Что такое? Ну, это возможно, тебе понравится, Санек.
Я тебе на снаряжение кинул. Угу. Они же что там? А, грудь. Ладно. Ладно, что тут есть? Яблоко. Золото. Кишки. Кишки можно как-то юзнуть, что-то даст. Блин, где тут валяются предметы какие-то не. А. Из-за тумана не видно, да? Ага. Блять, там какой-то топорик, да, какой-то? Так, я его взял или нет, не понял. Ты подобрал, нет? А вот я не понял пока. Так, можно его упорядочить? По типу упорядочу пока. Так, это вот что есть? Балахон какой-то. О, вот одна ручка, разящее время. Так, не поздно, кинжал пока возьму. Доспехи возьми себе. Какие доспехи? А вон, были какие-то элегантные доспехи. А, да-да-да, я взял? Уже взял. Так, что мне даст это? Сопротивляемость к огню, да? Не хочу. Щелкни F5. F5. Так, что тут, наручи? С телекинезом. Беру. Кинжал. Да, блин. Что они тут сделал-то? Заходи в маяк. Ну или телепортируйся ко мне, если не сможешь зайти. А, хилка, Саня. Сейчас я хилиться буду, да. Пока. Пока могу хильнуть. Я себя тоже выхилю. Да? Ну, насколько смогу. Ну, я тут. Вон там вниз спуск есть. Ага. Давай, мы почти отхили, нажми F5. F5. А, меч ты забрал, да? Меч забрал. А дошел мне. Даже нет, меч я не забрал, который лежал на земле. А где он? Он тебя... его нет. Ну, в плане, я его на земле оставил. Уже смотрю, он опознан. Я кинжал забрал неопознанный. Сань, меча нет. Так, ну давай-ка. Отсортируй свой инвентарь. Сортировал, да, но меча у меня нету, Никит. С тобой. А это, блядь, палка вообще была. Да. Это? Что мне крыса скажет? Водятся Сил, призраки. Блок. У него не ебаться хороший урон в этой палке. Статы дополнительные. Не, нахуй, поехали. Все, ты вниз. Тут какой-то дух, Саня. О, блин, я уже кликнул. Кто это? Самсон. That indeed is the tainted title I must bear, and deserve it deliberately, had I foregone to do my duty. Why did I commit this act of blackest horror? Jealousy, anger, the bitter anguish of a possessed as I was by the demons of envy, ire, and torment. Yet no sooner had the water closed its spuming jaws around the perishing vessel below, that the skeletons roam the lands, restless as my troubled soul. But you'll not find their lair here. Some так, ничего у него в продаже особо нету. Не то, что особо. Так, сундук. О, Саня... Да? Открой сундук сам. Открой сундук сам. Не опозн... Блин, я могу опознать на месте. Опознал дубинка. Ну, мне это не особо нужно. Quite a story that ghost had to tell. Not every day one hears about a lighthouse keeper sinking ships just because his wife proved to be unfaithful. Aye, a pitiful creature. Torn up so badly by the loss of love that it led him to commit murder. I almost feel sorry for him. No. Sorry. The man killed. Злопамятца. Прикольно. Еп, не склик. Так,
Так, что крыса скажет мне? Тут две крысы, Сань, если что. Ага. В бочках, ящиках ничего интересного. Говорят, что такая нежить, как упырь с маяка, никогда не умирает по-настоящему. Они просто лежат и ждут, пока их воскресят. Ну, сейчас выходим, а там опять. Так, я хилку прожму. Я то же самое сделаю. А что, серьезно, тут больше ничего нету? Так, нажми F5, Тарауш. F5. Слушай, а нажми свиток воскрешения, может, ты можешь его резнуть? Но... А, Санёк, вот еще крыса бегает. Поговори с ней. Я с ней поговорил. Там ничего отдельного. А. Так, давай-ка я тебе травку дам, которую я нашел. Упырь с маяка, нет. Давайте, конечно же, нет. Че маяка? Говорю, упырь с маяка, но, конечно же, его резнуть нельзя. Либо, к счастью. Так. Ну что, мы молодцы. Так, нам нужно к лейтенанту Сесилии. Вот она здесь. Сейчас ей квест сдать. Надеюсь, сдать. Mm-hmm. Она же где-то здесь была. Где-то сидела. Ну, блядь. А вот там. Повоточка. Что такое, Лин? На щель. Подслушиваю. Да ты что, и правда нежность была, да? И правда нежность была на маяке. Все? Никакой награды? И все? Да? Что как-то я даже в печали от этого. Ну да. Так, сейчас я лишнее отдам. Спасаешь всех, значит, а они тут. Да, я знаю, Зайк. Так. Секунду. Ну, грубо говоря. Так, с ней я поговорил. Да? А? Дофига квестов. Ну, пойдем теперь наверх. Кстати, у меня родители завтра приезжают. Нафига? Ну, им в понедельник надо обратно по поводу квартиры ехать. В любом случае было. А так завтра не приезжают по поводу Серегиной квартиры. Они хотели, что переписать на них, на Серегу Настю. Ага. Ну, помню. Вот, а там оказалось, что... Ой, извините, а надо еще налог заплатить 13% от квартиры. Ни хрена себе. Но, причем, ладно, типа, от Сереги не надо, потому что, типа, вот, это родной сын, а от Насти надо. Там 1150 получается. Ну, в плане того, что, типа, квартира... Типа, 5 лет должна быть куплена. В течение 5... Так, а что? Я не успел зайти? А, я вон... Короче, если 5 лет прошло бы, то нормально было бы, а так нет. Знаешь, пусть они идут. В смысле, наши союзники эти? Наши враги. А, ну пускай поближе идут. Я пока отвожу ход даже. Если честно. Возможно, другим легионерам надо было сказать. Помнишь, кто там двое живых остались? Угу. Да, я не думаю, что тут сильные, не? Полусъеденные, причем.
Да, потому что квест-то не закрылся. Mm-hmm. А, типа эта душа не имеет никакого отношения к нашествию нежити. Угу. Ага, из темного тоннеля лезут эти твари. Не? Дай-ка я вот так вот сделаю сейчас. Всем нам плюсик. Угу. Полезно будет. Хорошо, зайка. Пока нет. Так, что, начну атаковать? Ты нормально там шишь? Можешь подойти и просто ничего не делать, отложить ход. Ты следующий сюда. Зачем ходишь? Я уже откладывал. Нет, ты откладывал, я говорю, можешь пропустить ход, чтобы очки набрать. А зачем, я просто подойду. Нихуя ты подошел так близко. Ну, а почему бы нет, все равно за спинами товарищей. Ты какие-то шмотки поменял, почему я раньше тебя атакую? А, да, да. Я инициативу немножко убрал. Так, все. Я проход закрыл, больше влазить пока здесь не будут. Сколько у него хп? Почти 350, офигеть. У зомбака? Да. Фига. Ты глянь, сколько мне заход хп снес. Угу. Надо думать, это послабее. Да не очень. Ну-ка, дай-ка смотрю. Короче, огнем его надо поливать, говорят. Землей так себе. Ядом вообще не стоит. Да, да ну. 343 хп. Нормально. И при этом я их отравил, кажется. Ну, а да. Может из-за того, что через отравленного прошел, отравился. Угу. Тоже нет воды никакой там, да? Блять, ну ты можешь просто цепнуть меня. Ну, окей. Ну, я не знаю, вот эта фраза «ты можешь спануть меня» — это как разрешение было или предостережение? То, что надо. С одного удара. Нифига не жесткие. Угу. Есть такой момент. Главное, что очень быстро смогли снести эту яму ебаную. Угу. Что-то мне не нравится мое положение. Почему? А ты не видишь? Ну, ты можешь отойти. Да. А я не помню, у меня есть навык, что с атака не срабатывает вынужденно? Не думаю. А там, когда ты пытаешься отойти, там какие-то такие красненькие блямбочки выскакивают. Нет, ничего такого нет. Ну, блядь, мне отходить-то не дело, мне надо атаковать. Ну, как хочешь. Ну-ка, интересы ради. Че это? Им типоники теперь. Потеря сил воли у них. Угу. И что это делает? Крепость тела меньше и сила воли меньше. Короче, угу. Быстрее, по идее, умирать будет. Баф да баф, Сань. Понял. Хочешь прыгнуть? Я думаю, прыгнуть. Ну, давай. Давай прыгну. Посмотрим, что будет. Ну, будет твой труп следующим ходом. Нет, зачем? Самого сильного ты застанил. Угу. Наверное, да. Нет. Я его разобью. Солнце я ношу 100 килограммовые плиты. Ты не спрашивай. Никита, это вообще-то моя тактика. Не надо юзать ее. Какая? Ну вот это да. Это вообще-то моя отговорка всегда. Чё он так долго думает, Сань? А. Всегда я тебя спрашиваю постоянно. Ни хрена себе крит. Нормально кританул так.
Ой. Ну, это стоило вот того крита. Ну да. Давай вот этого добью. Новый уровень. А, отлично. Почему не в том бою? Этого добью, а... Вот этого давай застаню. А вот этого давай заморожу. Все. Сделал все, что смог. Скажи, где он там? Ой. Солнце, давай местами поменяемся. Ты спи с той стороны. Вон, вот он лежит. Спи, солнце, на той стороне. Чтобы я с рядом с телефоном спал. Ну, нет, пораньше вставать. Я с тобой встаю. Этого добьешь? Нет. Почему у него никнейм есть? У кого? У Роба. Был. Непустеющая кружка, ну и... Ага. Ну возьми. Не знаю, нужны ли мне... Ай-яй-яй. Не умирай. Сохранится, да? Ну я не дождался. Блин, Никит, по яду-то не бегай. И ты же не поджег его? Нет, но все равно. Так, он сохранил. Сырое, да? Мясо я сохранил. Здесь мы были? Да, ну почти здесь. Почти. Сейчас, секунду. Смотри, там есть алтарь странствий. Туда пойдем или здесь? Направо от нас. Ну, направо, карте. Наверное, надо. Вот сюда? Да. Может, там карту исследуем? Давай там исследуем. А то еще есть... ты можешь просто навыки открыть новые. Ну, кстати, да. Надо бы это сделать. Навыки. Что мне надо сделать? Кстати, а может быть, геомантию пора изучать? Тебе двух мало? Ну... Иногда видишь, да, потому что боевое чистое стрельнул с посоха, а стрельнул молнией и все. Опять же, с другой стороны, у меня вода какая-то стоит, да? Ждет. А нет. Не особо-то и ждет. Ну да ладно. Пока продолжу, короче, изучаться туда, впарываться. Я почему-то больше трех не могу взять военное ремесло. Не знаю, может там просто надо уже 4 навыка. У тебя больше 3? У меня 3. А вот больше 3 можешь взять что-нибудь? Ну, пока нет, у меня очков не хватает. А, там может больше стоить, чем один? Я как понял, он сначала 1, потом 2, потом 3 стоит. Ну, сейчас, допустим, с 2 на 3 повысить воду. С 2 на 3, да? А, нет. С 1 на 2 я вкинул 2 очка. Вроде бы. А нет, одно очко тут вкинул. До этого с 2 на 3 вкинул 2 очка. Все, я понял теперь, Сань. Понял. Прожми F5. Почему у меня чат не листается, скажи мне? А, кстати, в игре. Может, пришло время напасть на тех пидорасов? В пещере? В пещере мы всех убили, ты че? Помнишь, засады скелет устраивали? А, да. Может, ими займемся? Подожди, в пещере мы были? В этой странной пещере или кто там? Да, мы сделали. Что-то я туплю. Там с двойниками дрались. А, все, это оно было, да? Че, пойдем драться с этими, с пидорасами? С скелетами? Пошли. Может, уже справимся? А что, думаешь, не справимся? Ну, сейчас иди за мной. Ну или телепортируйся просто ко мне. А, да. Сохраняйся. Так, смотри, одни будут сверху лучники, другие будут снизу. Давай попробуем сейчас оба просто наверх пройти. Ну давай, может, кстати. Получится. Наверное, так лучше будет. Ага, они тогда по-другому вызвались. Ага.
Ну, архитектор, привет. Как дела, как настроение? Это практически то же самое место, где которое было тогда. А, ну вот, сверху, снизу. Нет, помнишь, где горячий сундук был? Ага. Это, наверное, ниже. Может быть. Одного? Ну, уже хорошо. Давай, Сань, твой ход. Я вижу. Ты, сука, не отхилился на фул, что ли? Не дохилился на фул, да. Так, что я могу сделать? Стрелять я не могу, мне надо только подходить. Санек, на них влага действует. То есть молния твоя джуджуф. Ага. Шикарно, да у меня тоже все нормально. Мне, Никит, надо прям подходить очень хорошо к ним. Да. Либо к тебе тыкошница. Тебе так, наверное, лучше будет даже, да? Тара, отложи ход сейчас. Думаешь? Отложи. Да, может, они подойдут ближе к тебе. Ну давай, я отвожу. Чё, как у тебя продвижение с игрой? Как и там тесты или что-нибудь? Ролики хотя бы на ютубчике? Я бы, не знаю, с описанием, что вот такая-такая-то игра. Ожидайте. Типа, завлечь аудиторию. Блять, на мне заморозка. Кстати, на мне висит эффект, что атакуют меня, так что можешь не париться. Ну, думаешь? Что они больше вероятности атакуют меня. Mm-hmm. Вот на меня бы тепло кто-нибудь наложил, было бы классно. Ну, тепло я не могу ничего. Ну, понял. О, нормально. Наложили, Сань. Что у Никиты спросить? А, очень тепло. Я посмотрел всю эту фигню. Ну, чувак, я сейчас вышел на работу, вообще времени нет. У меня 12-14 часовые смены. Ну, короче, Никита, в любом случае мне надо сейчас либо к тебе тпшиться. Не тпшься. Лучника убивай. Никита, за... я не могу стрелять в него. Секунду. Не подходи, не вздумай, подожди. Чё с Зайка? Только не 6-1, Зайка. Сань, да? Не тпшься в них. Лучше подойди и ударь лучника. Или отложи, сука, ход. Куда они тут откладывать? Я и так отложу наконец уже раунда. Пропустить, чтобы очки набрались больше. А смысл? Потому что я сейчас по ним крутанусь, ударю. Мне не надо, чтобы ты застанил кого-то из них. Так, блин, Никита, смысла нету мне стоять внизу, видишь? Пропусти ход. Да нафига, я тебе говорю, не могу снизу вверх стрелять. Мои снаряды не летят так. Хуй с тобой, блядь. Какой-то ты странный. А чё не я? Почему не я? Потому что он. Не повезло. Сука, не повезло. Хотя бы его я убью. Как минимум, в любом случае, мне надо подойти бы на тебя ход кинуть. Было бы неплохо. И? Сколько мне не хватает? А как узнать, сколько не хватает? Расстояние? Ну. А когда на скилл наводишь, показано же, когда выбираешь его. Ну, не, на скелета я вижу, а имею в виду для тебя. Ну, а да? Ты посмотри расстояние скилла и до меня, около меня щелкни, посмотри расстояние, которое написано. А, ну, так, все, так видишь, каждый может бронированный смотреть. Убийца, вот его можешь убить. А, ты просто все кончилось? Угу. Я только успел подойти и тыкнуть. Вот, а говоришь, игра интересная. Выжил. Какой рекорд у меня был, наверное, в том году, когда-то я пробовал Final Fantasy 14, вот эту онлайн-версию. Не соврать мне, сколько там, 32, что ли, зрителей было? Скажи, ты меня что? Сможешь хильнуть сейчас? Да. Ну, опять-таки, еще на 50. Да-да-да. Я просто сейчас думаю, возможно, я кого-то из них убью. Ну, можешь а может быть, нет. Короче, либо я сейчас юзну воодушевление и кого-то один раз ударю, либо я два раза ударю. Как мне история?
В плане, что ты говорил, кто-то про историю игры, кто-то всей. Пока, как бы, я бы сказал, мне, наверное, банально, как бы, ну... Заебал. В общем, тебе придется меня хилить. Ну, я понял, Никит. И его ударить один разок. Или мне отойти. Нет, отходить нельзя. В смысле? Так, что тебе, сразу хильнуть? Да. И добить нежить дубинки, которая там мало хапочна. Ну, что-то игра интересная, ты что? Так, я достану, да. Где? Нормально. Так. Теперь вроде должен быть. Все, у меня закончилось. Больно. Ну, видишь, 6 человек на Твиче только. А так-то. Шикарно. Шикарно. Сука. А-а-а. Я, короче, сдохну, Сань, сейчас. Это. Никит, не умирай. Сколько стоит резалка? 6. 6. А вот тут она есть. То есть ты решил умереть красиво, да? Ну, я всяко должен кого-то с собой забрать. Может быть, все-таки сейчас... Давай сейчас будет мой ход, Никита, я тебя ТПшну. Хочешь? Куда? За себя куда-нибудь. Ну, давай, у меня может откатиться как раз из... А, один раз могу хилку юзнуть. Не откатиться. А тебя за собой туда поставить, да? Ну, а тебя не убьют? Ну, за один ход не убьют всяко, давай. Не убьют нам всяко. Нормально. Ну, блядь, а ты дальше не мог? Дальше нет. Ну, меня убьют сейчас. Почему? Лучник. Ну, в меня может будет стрелять. Да вряд ли, когда я такая цель красивая. Думаешь? А не то, что не понравилось, не понравилось. Видишь, она такая как бы, ну, непонятная. Ну, в плане... Банальная, наверное. Помахни, видишь, тебя не убьют. Спасибо. Ох. Видишь, не убили. А что мне делать, убегать, что ли? А вот не знаю, кстати, что тебе делать. Ты же себя подхилить давай... не можешь? Я пока не могу. Ну нет, не могу, в общем. Uh-huh. Я убегаю, а ты хуярих. Давай, давай. Я просто отбегаю, Сань. Угу. Фу, сбегает с боя вообще. Давай. Хилка откатится, хильнешь. Хотя, если еще что-то хилнешь. А хилка не откатится. Почему? А долго не откатится. Ага. Свитки все потратил, да? Ага. Так, с какого лучника нежити мне? Да вот этого я достану. Вот этого достану. Давай вот этого жахну пока. Я думал, ты блинковаться будешь по ним. Нет, нет. Блять. Ух, я жив. Такая себе идея, да, Сань, была? Я, конечно, могу видеть, что сделать. Могу потом к тебе блинкануться. А вот после этого хода? После этого хода, да. Ну, а там, я не знаю, откатится ли у меня что-то. У меня 68 хп, мне хватит на один лучник, меня убьет. Ни у кого нет такой истории, но... Может быть... Сюжет, я обожаю сюжет, чувак, но сюжет без геймплея это говно. Тоже верно. Так. Я откладываю ход, наверное, Санек. Угу. А ты давай ко мне. Блин, мне хватит? Мне на хилку не хватит тогда. Ну, а ты тпшишься ко мне? Давай нормально камнем своим. Да-да. И отбегай. На 3. Нормально? Как минимум этого я могу, возможно, убить. Рассказать Никите. А сейчас я что поправь, если вдруг я что-то пропустил.
Короче, был какой-то чувак, у него, как я понял, убили родителей, он оказался в детдоме, потом он вышел из детдома и пошел мстить убийцам родителей. Чувак, сюжет такой уже был. В играх? Ну да. Вот в играх, не только... помню, сериалов всяких был. Только был не... как получается? Не из детдома взяли, а взяли приемные родители. Он с ними конфликтовал. В итоге он с ними... смирился, ну, как бы помирился и мстил родителям, убийцам. Ну, хорошо. Где такая была? А? Где такая история была, спрашиваю? А я сейчас название не вспомню, но такое точно было. Прям стопудовенько. Угу. Красота! Может, даже выживу. Не умирай. Так, я подойду к лучнику. О, а ты скелета же добьешь у него бронированного? Он там хп у него на полточке. Бронированный это какой? Который возле нас? Да. Ну да. А, у меня следующий ход будет. Ну, нормально. Как он живой остался? А, блять, он из стана вышел. Опять крит. Короче, ты просто критуешь, да, убиваешь всех. Пока везет. Этого не убью. Ну, с тебя, Санек, убийство этого бронированного. Ну, его я могу на изи. Давай. Можно. Ну, блин, не хочу даже тратить это, ну. Мне больше нечем особо-то. Все, не подходи, Санек. Оставайся там. Свиток не трать. У меня нет свитка. А Грилл долго не откатится. Пиздобыл. Ну. Есть. Норм. Первая помощь. Нормально. Делать ли продолжение, либо переделывать? Ну, так надо поговорить. Сейчас, секунду. I found myself on the receiving side of a spot of friendly fire during that last encounter. Ну, давай так. Не, видишь, как бы, я говорю, что начало-то, как бы, оно банально такое, как бы, задумка, зацепка, а там-то геймплейно, может, как-то это интересно, что-то вылиться. Ну, давай, свиток первой помощи. Секунду, Сань. Свиток противоядия. Снимай шапка. Даже лучше, чем у меня. По... А, нет. Не лучше, чем у меня. Просто видишь, для меня как бы вот такое, не знаю, так называемая повседневность. Ну, это не повседневность, но я имею в виду такое вот обыденность, обычно. Это, ну, обычно. А если как-то, не знаю, чувак что-нибудь... Как-то, не знаю, телекинезом что-то оттолкнул убийцу и за счет этого выжил, не знаю, в детстве. Вот я такой, ага. Ну, Саня, ты тоже такой, знаешь. Ну, это тоже уже банально, но это как-то цепляет, типа, а чё, как это он сделал? Ну, Сань, это цепляет в очень хреновых фильмах. Ну, почему? Не только. И в играх. Сохрани, F5. Допустим, хилится. Те же самые, кто, Life is Strange. Ну, блядь. Мне, допустим, блядь, понравилось. Банальный, Сань. В смысле, сюжет банальный, там нормальный сюжет. Ты не играл, Никит. В первой части сюжет банальнейший. Как делать? Ну, не, говорю, видишь, ты можешь попробовать смысл дальше что-то все как бы развить и посмотреть, как бы, геймплеем взять. Пойдем тех двух чудиков найдем. О, шептун трава. Ну, я к ним подойду. Ага. Побегу. Ты там пока можешь пошариться. Хилку на себя кинь. Я пока хилюсь. Давай покатай. Та-та-та-та-та-там. Знаешь, Санек, с чего я охренел? И? В Neverwinter, оказывается, нельзя камеру далеко убрать от персонажа. Насколько далеко? Будь здоров. Далеко, как тут?
пределах экрана только. Угу. А, в смысле передвинуть камеру? Да. Разве? Да. Ну ладно, спорить не буду, может быть у меня какие-то глюки. Может я перепутал. Давай, альтруист. I need a moment to reflect. For the good of all, source hunters ought to be as altruistic as I, without exception. Мне четвертый вариант нравится. Ну, может быть. Your generosity is honor. Что? Мой ответ не понравился или что? Лизоблюдище. В смысле, ну, нормально все. 5G это много или мало? В смысле... А, 5 гигабайт. Где-то 5 гигов игру... потестил бы? Да, почему нет? В плане, тебе говорят, типа, можешь потестить игру? Сколько для тебя гигов было бы не впадло скачивать? Так, наверное, вопрос задам. Гигов 150. 150? Ну да. То есть ты просто так, у просто какого-то чувака, игра тебе, ну, ты не в курсе, как, ну, так скажем, сделанная кем-то, не студией, и 150 гигов. Ну, блядь, а чё нет, я потом возьму их и удалю к херам. Ну, блин, мне бы дольше просто скачивание утомило бы это. Ну, блядь, я же, знаешь, когда скачиваю, каждую минуту проверяю, чтобы соединение не разорвалось. Ну, потому нет, что у меня USB модем, потому что если соединение разорвется, мне придется качать заново. Потому что качать с файлообменника. Не, ну там, возможно, кстати, сможешь с файлообменника, почему нет? Я к тому, что, допустим, у меня тех же 100 гигов лишних обычно не особо на компе. Ну, у меня, смотри, поговори с крысой. Я вроде с ней говорю уже. Сейчас поймаю, если. Если бы я умел бы управлять всеми стихиями, то статуи были бы довольны. Угу. Так, сохранился, да? Да. Я периодически буду F5 тыкать, короче. А то я собираю всякие хрени, а то вдруг мне скажут, ой-ой, ты чё тут взял-то? Нельзя тебе это было убрать. Опа-на. Что такое это? Нахте колечко. Нахте тебе наручи. Блять, может пригодится. Так, колечко. Знание легенд дает. Шикарно. Так, вместо телекинез, давай возьму его. Нет, как... знание легенд просто одевай, когда тебе нужно будет. Ну, оно в плане. Мне телекинез не особо сейчас даст чего-то. Как я думаю. Так. Ну, судя по карте, одно из мест, куда мы можем пойти, это сюда. Угу. Блинк. Что, блинк? Блинк к тебе? Ну, мог телепортироваться просто. Мог. Нажми-ка F5, пожалуйста. В смысле, 5 гигов? Так, я теперь не понял этого вопроса. Ебать, как далеко. На. И кабанчики. Слушай, знаю, я отложу ход. Да и ты отложи. Да и я наверное отложу, чё уж. Все ходит. Ну. Меня смущает там в тени дух этот, маг. Ах ты мразь. Но я потеряю нынешний ход свой, а не следующий, значит. Так, а что он сделал? Он выставляет всех. Парение он сделал. Ага.
А, вижу, вижу. Окей, окей. Ну, я что, начну? Ни хрена себе, живучая мразь. Ага. Так, а я смогу ли? Не смогу тогда. Слушай, здесь у них возвышения нет? У нас? Вот к ним, наверх, туда, к ним. К ним? Ну так, немножко. В том плане, может, ты меня вниз телепортируешь, и пусть они спускаются? Какая разница? Ну, ближе подойдут, кучнее будут. Черт их знает. Ну, ладно, давай так пока. Да, начну пока фигачить, короче. До кого дотягиваюсь, кто доходит. А там видно будет. В смысле, 5 гигов? Или ты имеешь в виду какую-то сеть 5G? Чувак, или... если гигов, пишут ГБ. Ну да, ты просто написал 5G. Либо ты имеешь в виду 5 гигов на игру, много это или мало. Ну, есть игры, извините, на всякой ктоне. Как ни чувак, Skyrim вешает 6 гигабайт, Destiny ну вот. Вешает 100 гигабайт. Ты заебал контрить одного ебаного кабана. Ну, Никита, я не достаю для других. Так жди, пока подойдут, потом заклинание кинешь и все. Да, нормально. Чё, говорю, на всякой Sega, Dendy игры были, по сути, красивые даже, я бы сказал, и продуманные. Сань, весили вообще ни о чём. Сань, но не актуальные. Не согласен. Сейчас они уже не актуальны. Не согласен. Final Fantasy 5, допустим, мне до сих пор нравится. А чё у меня хп так мало? Меня это всё это время калашматили, что ли, понять не могу? Ну, в тебя стреляли. Ебать, ебать. Сейчас загружаться придет, скорее всего, если ты меня не хилишь. А ты до сих пор на меня хилку не кинул, да? Ну, спасибо. Нет, тебе. Нет, конечно. Чё, блин, конечно, ко мне или что делаешь? А вот я думаю, что я сделаю. Ну, ты... Ну, понятно. Да, я блинкнусь тебе. Либо хильни меня, либо по ним попрыгай. Я хильну тебя. И все. Чуваки. И ты с чем-то отравляешь их? Да, видимо. Так, Санек, жреца убьешь следующим ходом, хорошо? Прям убить? Да. Ну да, я попробую. Бля, промазал. Так. Сделай-ка вот так. 25-го, если ты про время. Наверное, нет. Так, ну что, давай пытаюсь убить. Убил. У них, Санёк, у них хп ни о чем вообще, на два удара моих. Да? О, Санёк, книга выпала, ветер перемен. Ну это потом. По каким прыгнуть? Стоит ли прыгать? Да, чё бы нет. Давай, не знаю, по этим двум, наверное. Я вроде в воде не стою, так что давай. Давай, короче, по кому прыгну. Не по тем. Так, кто этот оглушился, этот непонятно, да? Давай вот так сделаю. Жахну. Лучника можешь ударить? А-а. Сука, блядь. У него там хп ни о чем. Ну. Хотя он вблизи атакует тоже ни о чем. Так что. А, сука, нихуя, два раза. Три раза какого хуя? Не знаю. Я хилин пока я не могу. Может, смогу на следующий ход? Так. Так, ты жив. Отлично, отлично. А я умру с них все равно же. Умрешь? Ну, блядь, ладно, я могу хилиться, но ничего не сделать. Либо убить лучника. Ну, смотри. Но мне это хп снесут за ход. Убей хотя бы лучника. А, кабаны пришли, так что меня разъебут сейчас. Ага. Давай лучник убей, не ж лучник. Давай попробуй убить. Убил. Или пробовать. Не знаю. Так, что я могу сделать? Смотри, там разъяренный кабан, у которого мало хп снизу. Угу.
либо стань одного из них. Вот я хочу застанить. А, слушай, стань, наверное, воина бронированного, убийцу. Тут же нету воды под тобой, ну под ним. Нет, нету. Ну и все тогда. Посмотрим. До 25 числа, имеешь в виду по нашему времени свободному? Если про это, то вряд ли. Красота. Что красота? Сань, нажми сохранение. Я обычно сохранение сделаю. Угу. А то как-то стрёмно. Повезло. Так, три хода. Возможно, я выживу после трех ударов. Ниже меня стоит кабан, если его убьешь, шанс увеличится. Так, перезапиши это же сохранение, Сань. Угу. Мне просто нужно было не промазать и убить. А после слишком далеко загадывать, так. Итого. Есть кто-то? Так, кабанчик. Нижнего, давай. А ну. Летят. Сука. Ох. Ну, ты можешь загрузиться? Не, зачем? Мы же не будем так делать. Бля, по два удара. Пизда. Может быть, я выживу. Может быть, может быть, может быть. Нет, не выживу. Живи. Ах, ты загружай. Не я что, не добью? Загружай. Окей, окей. Ладно, спасибо, что забегал. И удачи тебе. Броня ломается, когда ты получаешь урон и наносишь урон. Ну, оружие ломается. Угу. Не после. У меня просто за этот бой, Санёк, ботинки от желтых к красным изменились. Ужасно. Точнее, от белых к желтым до красных. А. Вот сейчас, когда меня убили, у меня стали красные они. Угу. Так. Давай, я пропускаю, ты атакуешь того кабана, пытаешься убить его снова. Ну, давай. Атакую кабана. Перезаписывай. То есть вот так, потихоньку что будем, да? Ну, аккуратно. И теперь замораживай одного из моих. Я так того, который дотянусь. Отравленный. Дос. И все. Кстати, следующий ход я сдохну. А, я вот этого, возможно, убью сейчас. Ах. Отлично, отлично. На грани. Но... просто. Если ты меня не хилишь, я умру. Нет, не хильно. Я перестал быть в окружении. А, заморозка два хода, шикарно. Надеюсь, он не побежит ко мне. Вот это? Бей своего. Да. Так, что я еще могу сделать? Просто ударить. Ты и так можешь? Ну, вблизи-то бить просто. Ну и все тут. Что, добью уже? Да, добью. Не умри. F5. Я тыкнул F5. Теперь тыкнул. Вот книжку подбери, Сань. Да-да. Или, не знаю, взорви к хуям это все. Я не могу взрывать. А, ну да. Я ж, к сожалению, не маг огня. К сожалению. Так. Секунду карту гляну сейчас. Ага. А я пока минутку отойду.
Так, я вернулся. Чё за заклинание получил, Сань? А я еще не смотрел, еще не смотрел. Так, ветер перемен, да, это было? F5. А, у меня оно было уже. Ну, в плане, была книга. Не было изучено. Так, сейчас что-то будет. О чем? Санёк, дождик, пожалуйста. Дождик, да. Как бы это ни был говорящий сундук. Че? Ну, прыгал. Телепортируй его. Думаешь? Он... Я только когда походишь к нему. Отрай меня к нему, меня к нему. За него. За него. На! Сучка. Он куда-то нас манит, да? Да, а там тупик. Потуши нас, пожалуйста. Да, да. Тушу. Опа, ох, да блять. Опять все тебе, Сань. К чему? Посох и... Короче... Нахуй иди. Что тебе не нравится? Посох и шапка, кажется. Так, шапка вижу, а посох где? Такой молниеный. Молниеный, ага. Ну, отсортируй. А, жезл. А, жезл. Ну, окей. Так, а это что? Еще что-то у тебя? Ну, шапка. F5? Угу. В это место я, правда, шел тупо за сундуком. И что, сундук продал? Через низ проем. Ну, меня не очень, тебя не знаю. Ага. Нежить маг, видишь? Ага. Я ближе подходи, я подкрадусь и ударю его. К речке подошел? Да. Я не успел стрелять в него. А-а. Че, мага бьем, да? А глянь, сколько у него. У мага. У мага 189, сейчас 124. Да, бей, один разок ударь его просто с руки. С руки. Дальше я добью. Окей. То, что надо, то, что надо. И три кабанчика там, да? Да. Нормально. Сейчас я вот так вот сделаю сразу, перед ходом. Ты выспаться успеешь? Я в душе не ебу, Сань. Меня, сука, в сон... Сука, там еще один маг. Там еще один маг. Меня в сон не клонит, понимаешь? Это пиздец какой-то, блядь. Ага. Те дни, когда я... О, он призвал элементаля. Те дни, когда я приходил, блядь, уставший, я вырубался сразу еще. Сейчас пришел сегодня не устал практически. Ну, день легкий был, был очень был. И короткий к тому же. И вот такая пизда. Этот маг, кстати, наколдовал неуспеем через воде. Прикольно. Но до кабанчиков еще не достает. Да блять. И в итоге они ни хрена ни урон не получили, потому что их отхилило. Бывает. Ебать, они бронированные. Угу. Так, чё, поскочим по ним? Ну, давай. Только зря, наверное. Почему? Прыгай. А, так, ну чё. Ну, почти зря. Да не почти, а зря. Блин. Блин.
промахнулся? Ну, то ли я сам промахнулся, то ли я дамага и не доставал. Большой шанс, что я сам промахнулся просто. Сука, в окружении. Или еще нет? Ну, окей, окей. Ебать, он быстрый. Хули он такой бронирован, понимаешь? 50 нанесено, блять. И там, блядь, по 30-ку заблокировано было. Скажи мне, почему у меня чат не листается? Какой чат? Чат боя сейчас, допустим, вот этот. Ну, просто щелкни там в самый низ и все. Ну да, но я имею в виду, что вот он сам, автолиста нету. Потому что не настроено? Когда ты, допустим, говоришь, я подслушиваю. У меня я тоже. Я знаю, та же самая хуйня у меня. А почему бы, блядь, не в кабана моего добить? Либо почему бы, сука, в элементаре огненного не ударить? Так я думаю, элементарь умрет, когда маг умрет, не? Ну, возможно, да. Давай. Это чем? Водой, да. Стань, ну, это вода. А я аэро бил. Заморозка, Санёк, это вода. Тоже верно. Конечно же. Кто опаснее, кабан или зомби? Кабан в упор атакует дважды. Давай так. Спасибо, сделаю. Саня. А то как-то грустно будет. Кабану, если не тратить очки передвижения, хватает атаковать дважды. Угу. Если он хотя бы шаг сделал, то не хватит. Ох. У тебя, кстати, броня поломана там, смотри. Да, вижу. Дашь мне, я починю. Угу. Местами поменяли, что ли, вас? Нет. А как ты там оказался? Подожди-ка. Я вот стою на месте. Эх, отравление, отравление чертова. Что бы мне сделать? Свиток первой помощи потратить? Отравление — это не болезнь же, да? Тань, ты умрешь. Около тебя кабаны. А я ухожу. Вот так вот, да? У меня есть фласочка ХП. Сожри. Ну да. Фласочка ХП, да, значит? Что еще у меня есть? Нет, сейчас, может, ты выживешь. По тебе пролетит 3 удара. Примерно по 40 хп. Сколько у тебя хп сейчас? У меня 129. Ну, можешь выживет даже. А, еще же, блядь, эти атаковать будут. Ты говоришь, если кабанчик сделает хоть один удар, он... Ой, хоть один ход, он атакует только раз, да? Да. То есть, если я отойду на один ход хотя бы? Ну, если спасать, он так не будет, да? Да. Я ж никого не добью из них. Мага, хуярь. Всяко мага. Если меня не законтрит, следующий ход я мага ударю. Так далее. Я вот так сделаю. Не подействовал. Ладно. Ох. Ну, можешь загружаться, потому что свитков у меня нет. А из меня достать не сможешь? Как? Ну, допустим, после боя. И видишь, у них не резы, не умирают. Ага, вижу. Окей, Бьянку, загружаю. Сколько... Подожди, глянь, сколько хп у него. Ты это видел? Чё? Я его атаковал, он переместился. Я видел. Жестко. Вообще. Загружайся. Загрузка за... В это... Подожди, мне интересно, что такое. Я ушел из боя, что? Ты видишь, где я? Ну, я вижу.
Сейчас. Ну, как бы, может быть, это, загружаемся, да? Да. Пока ты там не начал. Подожди. Тут автосейф или квиксейф, я что-то просмотрел. Так, давай пока туда не пойдем. Думаешь, не справимся? Ну, пока отложим это дело. Сейчас немножко пройдемся, посмотрим, что у нас здесь. А, блин. Скорее всего, здесь они же призовутся. Если призовутся, то пойдем в другое место. Ну, окей. Можешь телепортироваться ко мне. Да, я рядом. Хотя, вдруг бой там. Ты про это и говорю. Так, секунду, карту осмотрю. Так, ага, мы отсюда пришли. Сейчас. Ага. Ебать, там все в огне, ты видишь, да? Так, а какой вопрос? Как у Никиты дела? Ты спрашивали, что? Сохранись, пожалуйста. А, да, он ответил, он сказал, что пойдет. Пойдет, только уснуть сейчас не может. Интересно, что ему мешает уснуть? Куда пойдет? Ну, потом спать, а с утра на работу. Угу. Хуйня какая-то. Я уже почти бодрый, я бы сказал. Санек, они складывали снаряжение, чтобы пройти по лаве. Ага, видел. В итоге, блять, сгорело все, обратного пути не было. Угу. Так, Санек, в церковь нахуй в последнюю очередь, судя по всему. Окей. У меня, по сути, руки нормально чувствуют, а вот кусок кожи возле шеи, если трогать, то побаливает, а так нормально. Так, туда нам не надо пока. Надеюсь. Ну. Пойдем. Пойдем, чего нет. F5. Или сохранить просто. Давай сохранюсь. Че он поведет? Че на тебя смотрит? О, пошел. Так, у меня что-то интернет глюкнул, да? Походу, да, интернет глюкнул. Так, пес, пошли. Отойди. А вот они. А?
Ярость. Аура повышенная инициатива. Потрясающе, блядь. Сука, он же сдохнет сейчас. Ты за то, чтобы песик не сдыхал? Конечно. Ну. Зачем? Зачем нужны герои, если песики умирают? Ну, не зачем. Вот именно. Но атакует он, будь здоров. Спасибо. Ебать. Сколько их там? Не так уж и много. Такс. Что я могу сделать? Сука, блядь, по двум промазал, прикинь. Я могу законтрить. Попрыгай с таном. Каких? Прыгать с тан? А, смотри, двое моих ближайших законтрены. Я вижу. Атакуй просто вот кого-то из тех, кто не законтрен. А, третий Far Cry нет, не играл. Я играл. Смотри, я могу законтрить дальнего прям. Давай. Раз законтрил. Я играл это... первый Far Cry. Чё, Никит? И могу, ничего. Могу еще прыгнуть. Ну, пока... Нет, в следующий ход, Сань. Пропусти просто. Могу законтрить? Нет, не могу. Давай попрыгаешь потом. Просто атакуй с руки, стрельни. Если хочешь, либо попрыгай. Оглушил, Никит. Всех. Молодец, Сань, молодец. Никит, только не всех, к сожалению. Ты сколько раз проходил? Кого, Far Cry? Far Cry. Дай подумать. У меня 100% прохождение практически его три части. Нахрена мне несколько раз проходить? Он достаточно, блядь, неинтересный для прохождения несколько раз. Че, еще раз, Никита, застанет всех вас? Нахуй хочешь сходить? У меня сейчас стан не прошел. А у них прошел. У них прошел. Ну, прыгай. Прыгать, да? Прыгай, прыгай. Прыгаю. Блять, ты какая-то бесполезная хуета, честное слово. Почему? Я могу застанить их еще раз. Просто с руки ударь. Ну давай. Просто руки ударь его. Достану, достану. Песик не умрет. Умрет. С того Никита начал сапожничать. А так все хорошо было. Ты о чем? Ну ты, видимо, ругаешься как сапожник. Когда это ругался? Не знаю, видимо, только что. Да вообще-то нет. Ты заебал, блять. Ну, загружайся. Ну ты ж не сдохнешь. Загружайся, собака сдохнет. Ты сказал бить с руки, Никит. Бью с руки. Санек, не заклинанием, а просто в упор. А какая разница? Большая, блядь. Только это не заклинанием, это по... скилл посоха, как бы. Стрельн с посоха. Скилл посоха. Псина ебаная, давай, пиздуй. Она уже идет, да? Все, понял. Так. А может пойдем вперед? Подожди. Телепортни меня к ним. Телепортнуть тебя к ним. Подожди. Давай. Бегом, бегом, бегом. На. Хотя, скорее всего, меня сейчас снесут за ход. Думаешь? Есть такая вероятность. Не умирай. Гниение, сука, еще. Ну, просто тебя не хилить и все. Чем так пес сдался? Ну, видимо, чем-то им не понравилось. А так не твое собачье дело. Ага. Там запятая. А, Санек, они все 7-го уровня, блять. Ну да. Короче, видимо, нам нужно будет все-таки драться с теми пидрасами. Да.
Че, собачек не сможем? Видимо, нет. Снова вопрос к Никите, что он выбрал в конце. Что Никита выбрал в конце? Far Cry, наверное, я понимаю. Я обе концовки видел. То есть я просто загрузился под конец. И то, что меня убили, и то, что я выжил. Ну, грубо говоря, и свою тёлку выбирал, и чужую тёлку выбирал. Сань, загружайся. Только более раннее сохранение есть? Возможно, какие-то есть. Я уже гружусь перед этим. Ну, глянь, посмотри. Не квиксейв. Или ты одни квиксейвы в последнее время делал? В последнее время одни квиксейвы. Не, ну есть другой квиксейв. Да, ну давай. Так, это как далеко? Это недалеко. Снова зашел, когда друг тебе сказал, что Никита кроет матом. Он не кроет матом, он общается матом. Да? Вот тут так. Есть сохранение. Понял, хорошо. Мы давай сейчас попробуем пройти. Ладно, будем со скелетами снова победим. И пойдем на пляж. Может, там получше. Может быть, лучше там будет. А если нет, то пойдем с теми пидорасами драться. Хочешь, так спи. Я бы с удовольствием сейчас поспал, чувак. Вот-вот. Вчера бедный Руслан уже спать хотел. Давай квиксейв, Сань. Квиксейв. Телепортируйся ко мне. Или просто жди, может, я бой начну. А зачем? Завтра вниз сходим. Ага, тут какие-то развалины виллы есть. О, бля. А-а-а. Ну тогда. Ух ты. Сюда бы огнем даже махнуть. А, ничего не даст. Наверное. Ну тогда мы можем это место важнее. Мы можем это место обойти. А вон есть большое зелье сопротивления ядом. Где? Одно, под деревом. А я взял бутылку ядом. Ну, возьми, пригодится потом. В плане того, что можно пробежать тут будет. Во-первых. Сейчас, секунду, я гляну, если обойти просто. И я мы вижу войдем... какую-то хернюшку тут. Ты кабельную. Где? В яде. А, все, понял, понял, тебя понял, Сань. Все, нормалек. Если на нее поставить... А. И тут в том числе тоже. Так, скорее всего, там придется идти. Почему? Да, блин, только бочку берут и забираешь уже. Тут ловушка, Никит, походу была. Сань, бесконечно будет. Сейчас взрываться, уходи. Думаешь? Сейчас, секунду, хочу кое-что проверить. Может быть. Мне просто кажется, что не через это место идти надо. Так если прошли. Загружайся. Ну, как минимум, видишь, мы могли пройти тут. Да? Да. Как? Ну если бы ты сейчас не наступил, конечно, на ловушку, возможно. Ну да. Давай через верх пойдем все-таки. Думаешь? А че бы нет? Не можешь забыть это, в смысле, ой, варианты Far Cry или что? Что его ножом убили. А. Так. Тут же ебаный пес, нахуй. Пойдем через яд. Или это другой пес?
Не знаю. Никита, что у тебя за подписчики, которые не знают за доту пиздиен? Чё? Чё за доту не знают? Вот я не понял. Сань, подай мне, пожалуйста, следующую бочку. А, не надо. Серебряный слиток. Так, бревно-то я уже не буду собирать. Да, блять. Тут, походу, ловушка, да? Видимо. Так. На мне лага, я пошел. А, все. Ай-я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 й. Прах. Ну, я прошел, Никит. А хули толку? Ты нахрена сохранился? Я не сохранялся. Это автосохранение. Только мне кажется, так проходить не надо. Можно, но не надо. А, да-да, было такое. Ты о чем? Ну, когда Константин один из первых раз зашел, ты сказал, типа, что за такое? Типа, не знаю, доту, что за пиздец? Ну да. Это крайне странно в наше время. Почему? Тот самый пес, да? Варго. Слушай, это другой пес. Никнейм другой, поговори с ним. Ну, иду. Тут же самый, не? Тут как-то на дебл, кажется. Не-не, Варго. Тот же. Все, подожди. Сейчас, скорее всего, пойдем. Смотри, видимо, нет. Эта локация, блядь, не для нашего уровня. Надо с теми пидорасами разбираться и на пляж выйти. Блять. Ну, я в Far Cry 3 не играл. Так что. Сань, дом. В доме магический пиздец. Загружайся. Опять загруж. Ой, а что тут? Все стихии там. Классно. Классно. Загружаться тебе вот постоянно загрузки. Да, и пойдем пидрасить с теми пидрасами. Что слишком много у тебя говна, не правда. А, Сань, короче, а, блин, не та загрузка. Да, блин. Нет, не та. Помнишь, где я со спины в чувака напал? Ну, примерно. Есть вот такая загрузка. Смотри, ты пойдешь на него. На которого я спину напал. А я пойду. Нет, наоборот, я пойду на него, а ты пойдешь на другого. Через мост обойдешь. Через верх. Ну, нормально. Это вот этого скелетного мака? Ты про них? Ко мне телепортируйся. Ну да. То есть ты будешь бить того, кто. А, блять. Вот смотри, которого я тогда убил, он элементаря не призвал, но не успел. Uh-huh. Второй элементаря вызывал. То есть, по идее, мне нужно, ну, скорее всего, мне нужно идти к тому, кто элементаря вызывал, потому что он гарантированно вызывает его, ну, и сопротивление у него к магии воды есть. Uh-huh. Да мне, по сути, пофиг на это. Да? Я-то воздухом бью, в основном. Ладно, тогда иди вот сюда, а я сюда пойду. Ты по мосту иди. По мосту. Да, но давай в скрытности. Да. F5 нажми. F5. Поехали. Так, тут на меня уже все начинают смотреть кабанчики. Так, сейчас, секунду, где-то. По широкой дуге, Санек. Вот иди к туда краю. Обходи аккуратно. Широкую, в смысле? Да. Ну, давай попробую. Так, все, колдуна видно. Так, за деревьями не обойти, да? Да. Yeah. Ну, тогда... Что ты делаешь? Смотрю. Блять, а ты можешь мага телепортировать к себе? Могу. Все, сейчас я атакую. Одновременно давай нажмем. Давай. Раз, два, три.
Меня заметили. Успел? Да-да-да. Маг возле меня. Блять, ты прикинь, не добью. Ну, на следующий ход добью. Критуй. Нет, цель. Чё, критануть не мог? Ладно. Маг. Один раз стрельни, второй раз... А, блять. Мало. Один раз стрельни, другой раз стрельнул так. Нет, нет, лучше морозом. Ну ладно. Зачем? Оглушиться. Тут оглушение и чуть больше ударил. Есть. Оглушение не сработало. Нормально. А заморозка сработала. Блять. Ну, ход потратил. Ну да. Ну, значит, дамажить. Я всегда дамажил. Я же маг. Добью? Добьешь? Добью. И даже пусть кабанчики тебе ближе подойдут в следующий ход, то пропусти, а потом ко мне телепортируешься. Так я могу по ним просто сейчас по всем. Не надо, не надо, не надо. Пусть они ближе подойдут, и потом ко мне телепортируешься. Врагов будет меньше рядом. Не знаю. Нужно было в бою F5 нажать. А зачем? Ебать, он кабана сделал жестко. На. Пиздец. Короче, этот вызывает, тот усиливает. Угу. Нахуя без головы зомби пошел? А, он не видит, куда бежать, что ли, я понять не могу. Не знаю. Я не знаю, зачем он бежит в воду. А вот сейчас ты крытанул, блять. Молодец. Сука, почти 300 хп на 260. Ну, закончится. Жесть. Же у него. Скоро. Нажми все это делает. Нажми F5. Давай F5. Ай, блять, у меня оружие. Какого хуя я их отравляю? Не знаю. Посмотри свои скиллы. Что они делают. Скибрищ. Нет? Слабенько. Так, а что у него по этому? Я не вижу, что у меня отравляет. Огонь. Нет огня у меня. Ладно, попробую оглушить. Шикардос. Он еще и в окружении, у него брони меньше, так что я буду сейчас больнее по нему бить. Все, закончим. Кабанчикам нужно пара ходов, чтобы до нас дойти. Зомби вообще не дойдет до нас. Захочет, дойдет. Без головы пока не трогаем. Пока он там. Он сам собой развлекается что-то. Да, уж без головы зомби. Кристани. Есть. Крит прошел с ним. Давай просто ударю. И ты кританул. Блин. Так, Снег, он услышал, кажись. Зомби? А может и нет. Не-не-не, Снег, хуярь дальних. Ну, нет. Нет. Пока зомби к нам не подходит, хуй с ним. Да уж. Я тоже подожду сейчас. А знаешь, что я сделаю? Подождешь? Нет, я могу сделать комбо-вомбо. Могу. Давай. Же? Так, достану до всех? Наверное, достану. Надеюсь, ты не хочешь к ним телепортироваться. Не-не-не. Я буду использовать свои комбушки. Надеюсь, ты будешь молнию около меня бить не будешь, потому что я стою в воде. А, блин. Ну и что мне теперь делать? Они ко мне не подойдут. На тебя. Чё ты мне дал? Аватар. Не знаю, есть ли в этом смысл, конечно. Сейчас не 12. И не 32. Может, ты не застанешься даже. А я снял электричество. А я сейчас добавлю. Ну, не должен, если аватар висит. Ну, ты, наверное, не должен застанется.
Я тоже так думаю. Хотя, да. Не вспринчивость к электричеству. Ну, я же когда пролетал с них, ничего не получил. Ну, да. Правда, я снял электричество с них, но стан не снял. А, то есть вот так вот, да? Ты видел, что он испарился? Улучшение X2. Он, да, испарился. Ты но... оставь себе немного контроля на этого безголового скелета. Думаешь? Ну, да, наверное. Если все равно в оглушении стоит два хода. Ну, вот так сделаем. Пока он нас не нашел, потому что пригодится потом. О, о, он в воде. А, нет, не в воде. Yes. Зомби, сука, тоже жирный. Что, зомби добиваем тогда? Как хочешь. Давай зомби добьем уже. Наверное, добьем. Че, нет? Не добьем. Ну, штан пушит. У него с него хп до хрена. Ну, думаю, вдруг, вдруг. Это сука. Так, безголовый зомби. Слушай, мне прям нравится. Просто бегает. И ничего не кабанчик. Делает. Ладно, у тебя есть снег для кабана стан? Да. Сука, не то нажал. Ну, бывает. Там позиционирование ублюдское, ладно. Кинь в него станчик, что ли, или заморозку. Я кину заморозку. Дота, да, будет сейчас, как Никита уйдет спать. Заморозочка. Ты зомбака сам добьешь? Давай, добивай. Ну ладно. Ну и. Да и все. Не буду ничего больше делать. Сань, хильнишь меня? Ну, как будешь вблизи меня, да. Я вблизи тебя, хиль меня. Думаешь? Да. Ну да, я достал. Меня кабан убьет. Возможно, даже все равно убьет. Никита, он заморозки еще два раза. А, еще уходит? Дальше сам. Ну, хочешь, ударь его еще разок. А хочешь, оставь ход на зомби. Я могу его тпшнить. Зачем? И добить. Лучше меня тпшнить, что ли. После того, как я кабана убью. Поэтому отменяй ход. Как хочешь, как хочешь. Какой прекрасный зомби. Просто мне сейчас где-то 50 хп отнялось отравлением. Угу. Так, ну и ход 50, да? Видишь этот, Асань? Ага. Два лучника. Нормально. Ты меня тпшнишь? Ну, могу. Только ты не сдохнешь ли? От чего? От падения. Нет, оно там наносит урон, сколько написано? 49-59. Ой-ё. Ну да. Я не согласен. Так вот сделаю. Так, ты подошел. Я что сделаю? Я думаю, одного будем бить, да? А? Одного будем бить лучше. Ну, давай. Блин, на двух не скакну, наверное, да? Да давай уже. Давай попробуем. Другого законтри. Я думаю, вдруг я смогу блинкануться. Лучше бы в того-то блинковался. Ну, был лучше, наверное, да. Он бы раз лука бить перестал, если бы ты был рядом. А, ща, вот так сделаю. Не туда я доблинковался, ну-ка, а что у них по этим? По сопротивлениям, ну так. Эх, не достаю, а тут? И тут не достаю, да? О, достал, отлично.
кажется, что-то услышал. Угу. Урон наносится, Санек, до хода, исцеление после хода. А. Ну и тебя не отхилю потом. Видишь? Так, подойти ударить? Ну, давай. Или да, же да, да. Ударить? Подойди, ударь. Он следующий ход будет ходить, да, уже? Куда? Нет, он следующий ход еще отдых... ну, отдыхает. Ну, смотри тогда. Ух ты! Все. Нашел. Нашел. У него 350 хп, Сань. Угу. Нормально. Есть. Сука, блять. Мне почему-то дохрена урона наносится. Я отравляю и кидаю на себя отравление, блять. Ну, может, я предмет какой-то, нет? Я умру в следующий ход. У меня хилки еще не будет. Я отхилился. Так, давай, добивай, я тебе соврал, у меня есть хилочка. Скелеты, скелеты добивай. У меня есть хп, Санек. Как хочешь. Вот добей, а потом уже хильни. Только не свитком. Не свитком. У меня нет свитков. Забуса. Все. Иногда он закончился. Привет, добрый вечер. Или ночи, не знаю. Как у тебя дела? Я сейчас анекдот дочитаю. Тут же нету воды никакой, да? Буду стрелять вверх. Нет. Вообще я стою в луже яда, кажется. Тихо, тихо, тихо. Привет. Я закончил. Смешно, смешно. Все норм. Да у меня тоже норм. О, сундучок. Граната, наручи. Так себе. Нет, и кольчужный доспех. Посмотри. Там свиток, тишина. Ага. Посмотри в сундучке. Блять, а просто мне дать не судьба? Давай тебе просто там. Передал. Параш. Да. Так. Чё, артишок играл в Destiny? Сохраняйся. Угу. Ну, как-то, наверное, уже давно не заходил в Destiny. Ни в Dota, ни в Overwatch. Подслушиваю, наконец-таки. Какой? They said they'd be right behind us. So please, I implore you, if you can, save my friends. They're still there. Ну, он далековато был. В смысле, не зашла? Или просто место для чего-то другого потребовалось? Сохраняйся. Блять, я не с нами буду драться. Ну, наверное. Сохранись еще я раз. Нормально, сохранюсь. Давай. Не, там на земле всякие шмоточки были. Санёк, свиток разряда молнии бери. Ну-ка, 739 тысяч хп. Так, саперный набор есть у меня. А еще, блядь, другие соперники ебанутся. Два мага. Свиток молниеносный прыжок. Ух, какая. Сань, это машина. Скорее всего, все-таки будет легче молнии прямых уярить. Да, воздух у него прям. Хорошо, ну, я не вижу, кстати. Минус 50. Я не вижу.
А, просто места много ест. Ну, да, Destiny она такая. Сколько у него хп сказал? 739. 700, да. Так, ты с нас поехали? Поехали. А, сразу? Меня заметили, понятно. У нас там дай-ка масло я ползает. А, в смысле, крыски просто в масле. Эх. Может, вот скелеты сдохнут. Так, оглушение не подействовало на него, да? А они своей молнией ударили его, Сань. Думаешь, у них особая молния какая-то? Да, думаю. Ну, поверю. Наверное. Так. Очень вряд ли. Его с них валить или лучника сначала? Я подумал его свалить сразу. Ну, само собой, иногда он на него всяко. Сколько зря сиди. Блять. Сань, загрузись, наверное. Загрузился. Твою хуйню сотворил. Оператива 16, а сиди это что? Что-то мне термин какой-то незнаком. Блин. А, увидел, что масло ползает. Просто крыса кричит масло. Наверное. Блин. По идее, я мог бы успеть еще жесткий диск. У меня что? Терабайт и SSD-шка на 256. Че, пытаемся главного снести? Я так думаю, да? Нажми F5. Ну давай. Сейчас хорошо начал просто. Что, Макнеллон. Попробуй не дарить мне в молнии сам. Ой, как хорошо. Это не совсем молния была, это просто удар с руки. А у тебя молнии атакующей нет, у тебя только станище. Ну, она на 42 атакует. В смысле, зачем и HDD, и SSD? Ну, допустим, если SSD-шка, на нее поставить винду, поставить все... Либо игры те же самые, либо программуленные, то они намного ебать быстрее все. Не, в смысле, если систему поставить на SSD-шку, то она намного быстрее грузится. Короче, Санек, надо мага в первую очередь свалить. Да? Да, видимо, без их молнии он одну атаку проводит и все. То есть загружаться будем? А ты глянь, сколько мне за удар хп снесли. Я вижу. Загружайся. Всё, а, ты можешь телепортировать магов? Ну, если подойду ближе, то да. Тогда загружай предыдущий сейф. Ну, блин, уже не тот загружу. Ну, ничего страшного, загрузка такая долгая. Ну да. Не видишь, у меня получается на SSD-шке стоят система, ну, сам Windows. Всякие типа Photoshop и такое вот. То есть вот это все грузится быстрее намного. Ну, собственно, и система не виснет. Просто Windows, ну, компьютер запускается за буквально 3 секунды, чувак. Да. И мы сейчас не шутим, реально 3 да секунды. Ладно, так, 10 кто-то максимум. Кто-то... Где-то надо хули спрятаться не получается. Не знаю. Не, ну у меня в ноуте 320 гигов стояло. Целёк, за ними, за них обойди. А-а-а. Надо, чтобы они, сука, не видели. Он сейчас спалит. Не? Во, давай. О. Подходи и кого-то из них телепортируй. Если сможешь. Не знаю, что. Посмотрим. Блять. Мой косяк. Чему? А, не твой. Меня сразу спалит.
Ну, Серег, сделаю, подходи, телепортируй поближе ко мне. Ага. О, так, так что, Костя, если будешь собирать секом, то SSD-шку всяко себе бери. Так, я отложу ход. Угу. Так, где я смогу до него достать? Такс. Блин. Вне зоны видимости. А, понял. То есть надо мне вот так выйти, да, еще? Блять. А для телепортации не хватает. Серьезно? Ага. На телепортацию не хватает? Да. Попробуй станки уничтожить им. Не. Они на пригорочке. Ну, я загружаюсь сразу, да? Да, и у него нет атаки следующей. То есть, здесь надо тех пидрас телепортировать. Это. Так, а я не тыкну, да. SSD. Твердотельный жесткий диск. Или твердотельный диск, просто как он. Кстати, вполне возможно, что сейчас мы справимся с орками. Может быть. Может быть, нам надо идти к оркам на пляж, а потом сюда уже. Ну, блять, сейчас уже надо драться. Уже подеремся, чё уж. Немного. Дай-ка проверю машину, сейчас за мной пойдут. Блин. Свиток разряда молнии. Нахуй. Короче, мне кажется, получается, ты влетай, а я пойду сразу за тобой. И начну разрядами молний на манипуляциях в скелетов. Ой, в нежити в эти. Да? Я могу влететь, только если я в инвизе. Угу. Ну, блин. Надо только отойти вот сюда куда-то. И вот сюда выходим, они мне палят. А если сюда? Все нам палят, да? Вот тут не палят. Сейчас, секунду. Ай-яй-яй-яй. Хотел ближе подойти, но ладно, не успел. Да, блять. Не, видишь, Кингстон может быть как и HDD, так и SSD. Тут надо просто смотреть именно, что у тебя. В ноуте обычно... Оглушение! HDD. На нем оглушение, ты видишь? Вижу, сколько вижу. Прошло? Нет оглушения больше. Такс. Чё, 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 чё? Телепортируй ко мне, нежить маг. Ну... Подойти сначала надо. Давай даже еще подойду. Блять, не получается, да? Он этот пидрас с вами бьет не по одному. Какой? Босс, мне да? кажется. Давай он ну, того... Телепортирую, проверим. Ну, у меня нету очков. Сука, блять. Что? Что ты сделал сейчас? Заморозил мага одного. А, шикардос. Не уверен, что смогу вообще ТП-шнуть, на самом деле, а то, может быть, он на пригорке стоит и он вне зоны доступа. Вторая контроль. Ну, буду сейчас пробовать. Надеюсь, второй чувак даст хилку, а не урон. Сразу убил, да? Ага. Ну, а что поделать? Блять, нужно было рывком, наверное, к магам идти все-таки. Думаешь? Да. Слушай. Что если? Хуй с ним. С кем? Так вот сделаю. Он все равно атаковать не может. Так. Че, магов убиваем, да? Нажми F5. Давай F5. И ударь молнией этого пидораса. Проверить, зарядится он или нет. Че еще раз? Ударить молнией босса. Босса.
Да, твои молнии. Загружайся. Загружайся. Зарядимся. Угу. Сколько говоришь? 25-35? Почем? А цене на комп? Ну. Достаточно, чтобы собрать играбельный. Вполне играбельный. И что? Магов убиваем? Да. Ну давай. Минус. Что дальше? Молния не стоит снег, а вдруг на него на босса пойдет. Не, справа. Я только чисто мага. А, ну давай. Хорошо. И пока все. А, ну это что, я могу что-нибудь накинуть какие-то. Да, в том же ВКонтакте, допустим, списаться. Три атаки, нихуя себе. Ну, держимся. А, бьет он все-таки, сука. На. Просто не молнии. Ну, хотя бы так. Ух ты. У него 89 хп еще осталось. Ебать, по 330 хп. Видимо, Санек, будем ранее сохранение загружать и идти к оркам. Итак, сумма для начала. Так. Не, ну сумма для начала это неплохая. Это очень хорошая сумма. У нас с Никитой сумма была в начале сколько там? 15? 15-17 тысяч. Ну да, 15-17. Саня, идеально. А теперь отхили меня. Отхили тебя, да? Я застанен, кстати, из-за тебя. Почему из-за меня-то? Я уж не сейчас чем? Цепанулась до тебя. А что я могу? А я ничего не могу сделать. Значит, ждем. И сейчас корком пойдем. Ебать! Они вообще крапарь так. Вообще крапарь. Ну я видишь, я хочу, чтобы они еще и выжили. Ну да, ну да. Видимо, с них тебе отойти надо будет. Почему? А ты не видишь на тебе зону вокруг тебя? Ну я вижу зону какая-то, да. Но. Такс. Куда я мне думаю, отойти? Отойти с этого места надо. Я понял, понял. Короче, не заденет? Нет, не заденет. Блин, я не достаю в мага. Бей лучника. Лучника попробуй, попробуй водой ударить этого пидраса. Кого? Босса? А, ты оглушил Васку. Ага. Так, молниеносный прыжок могу в мага. Попробуй водой ударить босса. Водой босса. Так, мне надо подойти чутка. Хватит? Или... Работает, блядь. Заморозился, отлично. Отлично. А что завидовать? Просто чувак, видимо, как-то... Либо просто... Так, давай нашел, заново. Как заработать. Для заморозки, Сань. Думаешь? Да. F9 нажимай. А потом, в смысле, я же не смогу так замораживать дальше-то. Почему? У меня вот одно такое заклинание. Или нет? Не два? У тебя два должно быть. А, нет, заморозка еще одна есть. Давай, загружайся. Давай. А, ну, связи они такие. Так, чё, замораживать надо, да? Замораживай. Так, я один ход уже потратил на заморозить того мага дальнего. Один так, скилл. Так, сука, уже одного убили, пидраса же. Ага. Может, так, правда так пойти сначала и... орков расхуярить? Кого? Может, орков пойти сначала расхуярить? Думаешь? Ну. Не знаю. Лучник. Не застанемся в этот раз. Ну а почему бы нет? Наверное, когда скелеты по нему будут бить молнии, они его не разбудят. Видимо, шикарно, нет. Они просто наносят ему урон. Просто порадуйся за него.
промахнулся. Да. А еще, блядь, они бронированные прям пиздец. Надо было босса хуярить. Сука, босса хуярить надо было, вот дурак. Загружай. Да, блин, сколько можно. Может получше за пару ходов завалить его. Ну, босса? Не за пару, конечно. Ну, не за пару ходов, за 4 может получиться. Ну, за 4, если туда. За пару нет. Ты же 4 хода держишь в контроле. Нет. Нахуй я подошел? 4. Каждая по 2 хода. Так я говорю, одна у меня в КД пока. Не прошла. Загружай. Да, блин. Ну. Игра позволяет это делать, значит, можно делать. Ну, в смысле, позволяет. Давай. Я просто помню наши первоначальные даты. Как прошли, так прошли. Да, только смерть, типа, загружаемся. Это, посмотри, в плане сюжета, да. Боя это не касалось. Именно сюжет. Не-не, касалось, Никит. Только сюжет. Не-не-не. Лёд, лёд. Да что за хуйня-то? Да все, больше не действует, короче, на него. Да действует. Это... Молодец, блядь. Что? Зародил ему атаку. Ну да, почему бы нет. Хочешь водой полей его, чтобы еще больше сопротивления было? А хотя, кстати, можно попробовать. Не, видишь, если он выеживается, что у него такой комп будет, то это да. А если он просто как бы, ну, за лето заработал, то почему нет? Блять, они же тоже молнии хуярят. Ага. Что, заморозится он теперь? Нет? Не-а. Пиздец. Загружаться? Загружаюсь. А, ты одну заморозку потратил на этого? Да, чтоб... я же тебе давно сказал. Я думаю, сейчас не получится, пойдем на орков. Сохранение до пещеры включим и идем на орков. Что, сука, страшно, что на орков пойдем, да? Ага. Сань, можешь, будешь бить мага одного из магов, а не лучника. Хотя, блядь, давай лучника хуярь. Чем быстрее он сдохнет, тем быстрее тебе пидорасы переключатся на эту машину, ебаную. Но проблема в том, что она бронирована сильно, а у тебя только молния атакующая. И то самых разрушительных... У тебя заклинание контроля, а не заклинание урона, блядь. Ну да. Не застань, слава богу. Не трогай меня. Ну а чё, порадуйся за него еще раз. Так, главное, чтобы меня не законтролили. В смысле снялся? Ну, все, снялось. Пойдем орков хуярить. Думаешь? Да. То есть его не убьем, хочешь сказать? Я думаю, нет. Ну, мы, может быть, и убьем его с большими потерями. Слушай, ты не хочешь, чтобы люди эти умерли? Да, я хочу, чтобы они выжили. Ясно, все с тобой. Так, есть сохранение в пещерке? До пещерки, кажется, у тебя было. Думаешь? Сохранение. А если вот, вот это в пещерке, где мы еще не пошли с ними? А, ну можно. Они же не пойдут сами? Уже пошли с нами, Сань. Ну, в плане, они же останутся в пещерке? Не думаю, давай. Более ранее, там разница. На входе в пещерку. Ранее. Ты там прям делал сохранение, кажется. Надеюсь. Наверное. Сейчас посмотрим, что это. Да. Ага. Так, телепортация... Гавань. Угу. Так что вот, что ему завидовать-то? Вы о ком? Да, одноклассники. Которые за 60к комп будет собирать. Ну, блять. Я бы понял, если бы одноклассник заработал на комп за 60к, то ну, он да, заработал. Блядь. А, заработал, да? Молодец. Ну, может, мамка устроила к себе куда-то. Ну, блять. Так, они тоже 100 уровень, да? Ладно.
Хотя я там ушел, что уровня. Может быть. F5, Сань. Сейчас подойдем. F5. Ну, здесь ты будешь кайфовать в плане урона. Так, ты помнишь, где они сидели? Я вот не помню. Ага, вон там. Помню. Я помню, Сань. Так, я хочу школу огня изучить. Чтобы уроном хуярить? Да. Давай, бери. Шестого. Не восприимчивость к огню. А, это из-за шамана. Так. Ну ладно, сейчас... без огня-то побуду. ХП, блять, у всех по 300 хп, охуеть. Чё ж за хуйня-то такая, а? Так, блять, не успел. Я последний. Слушай, ебани молнии по воде, а. Ну или по ним. А я смогу попасть ему в стопу? Ну так сделаю. Эх. Ну, буду идти, скорее всего, застанется. Я не помню, как так, раньше так работало. А давай я так сделаю. Арбалетчик ебаный. Так. Если я сделаю рывок... Ты застанешься. Меня... Я Нет. на тебя аватару не кинул. Санек, если я сделаю рывок, я сниму. Да? Я там изменю, возможно. Хочешь, попробуй. Без базара. Видишь, ты же подробности там не знаешь, так что можешь так, можешь не так. Нет, застанился. Да. Все, будешь загружать перед боем, чтобы аватару кинуть? Давай загружусь. Блять. Я специально в себя стрельнул. Угу. Не, правильно, Никита в тебя целился. Блять, здесь так врагов дохуя. Нормально, справимся, чё ты. А с боссом там тоже все что, да? Тут же еще орг-босс, если ты помнишь. Нормально, убьем всех сейчас. Угу. Хорошо, сделаю почти то же самое, только на тебя аватару еще кину. А кину у нее перед боем. Чё это было? Сейчас, погодь, мне подхилиться надо. А, минка там была. Там минка была, походу. Сейчас еще подхилюсь. У меня ноги сломаны. Ты можешь их прям чинить, прям так? Да, дай мне их. На. Так, а что есть у меня? Отдал. Спасибо. Ага. У меня есть тишина. А, не может запрыгнуть заклинание свитки? Кстати, у меня же свиток тишина. Ну ты понял, Никит, да? Что ты хочешь делать? А он в радиусе нет? А я про тех магов. А, так, F5. Хилка есть, снег на меня кинуть? Хилка есть. Как, немножко подождать будет, чтобы КДшка отошла. Ну, давай. У меня чутка хп не хватает, но думаю, нормально или отхилиться? И еще раз подождать. Я тебя отхилю. Давай, дрожь. Давай. Давай ждем. Ну да. Слушай. А можешь выманить их сюда, блять, куда-нибудь? Из воды вообще. Почему? Либо драться на краю воды. Ну, мне кажется, смотри, вот я вот так опять жахну. И они там. Пускай подходит к краю воды. А там ты их встречай. Там лучник, который больно бьет. Два лучника. Наверное, я просто кину аватару. Поэтому... А, ну давай. У тебя будет три хода. А кидай аватару сейчас. Не подходи близко так. А дальше отойди. То есть... Или ладно, нормально. Здесь кидай аватару. То есть кидай аватару и сразу снаряд в них, да? Нет, кидаешь аватару, и я в бой вступаю. Ну давай, на. Раз. Так. Я первый хожу. Ух ты, ты первый ходишь. Надеюсь, что тебя не застанет.
Вот так вот сделаю. Теперь давай. Давай вот этого. А, в смысле цель слишком далеко. Да хоть в воду хуя. Давай этого, этого. А, в него-то прям не попал, да? А, я в окружении, сука. Ай-яй-яй. А, не будь в окружении. Такс. Ну, чтоб он ничего не делал. Немного. Можешь шамана разъебать? Может быть. Ну, пока застанем. Да, пускай так и будет. Ладно. Хотя, хотя нет. Хотел сказать, если убить шамана, то может быть бочки взрывать. Там не восприимчивость к огню, но, блядь, нахуя она? Ну вот, я про то же. Это если только бочки взрывать. Я чё, я из-под них лужу, что ли, убрал, мне кажется? Нет. Под ними кровавый след. Давай, Сань. Можешь снова ударить по земле. А я в стопу ударю. А, не сработало? Ух ты, блин. Сань, в воду бей. В следующий раз. Сейчас, секунду. Скакать пока нет. Электрическое касание. Могу касать? Нет, не могу, да? Да я чутка подойду. Доставать. И пока. А что могу еще сделать? И шаман застанет, да? Нормально. Я до шамана всяко не дойду уже. В смысле, у меня всего один ход было? Чё, я застанился? Ага. А куда аватара делась? Ну, она сколько? Три раунда длится. Ну, а прошел первый только. Ну, да. То есть, не стрелять, да? Так, ну, одного орка я добью. Давай, давай. Тогда уж. Подожди, тихо, вот сейчас меня. Я стрелял в голову. И сработало почему-то. Я не понимаю, короче, как работает. Да нет такой хуйни, Сонюк, в этой игре. Ну ладно, значит, обманули. Кто тебе такую хуйню сказал-то, блядь? Ну так это же работает. Там же как бы есть такое, как бы, курсор или как назвать. Обозначение. Так, ладно, что я еще могу сделать? А есть такая хуйня? Ну да. Давай-ка я вот так сделаю. Это что он стоит там? Молодой такой. Аватару кинул бы на меня. Кого кинул бы? Аватару кинул, если КД нет. КД есть. О, оглушение снялось с меня. Отлично. Только до следующих ходов все равно. Положите еще раз. Кого? Оглушение. Пока не надо, Сань. Двое стоят в стане, этот ход, поэтому дай я хотя бы ударю их. Кого-то из них. Так, давай-ка вот этот следопыт тогда стой в заморозке. Ну, блин, а мне это что делать? Потихоньку подходи, чтобы с руки бить, не знаю. Либо заклинанием поливай. Ну, заклинанием от молнии могу ударить. Ну, ударь вот нижнего, может, не сработает. Нижнего, который ближе к бочке? Хотя... Смотри, бей орка дальнего. Орка дальнего? Который за твоей спиной. Подожди, пропусти ход, да, я сначала ударю, наверное. Ну, как хочешь. Волками? Что волками? Много отхилил. Можешь в следующий ход добьешь его. А, да-да-да, конечно, одинокими волками. Короче, я стреляю, а там будет что будет, да? О, да, аватар да, да. Есть.
А, аватар вообще в миле радиусе почти накладывается. Ну не в миле. Ну ладно, давай, добивай. Добиваю, да? На нем хилка, да, добивай. Ох ты, не подействовал, смотри-ка. Да это плохо, на самом деле. Ну я могу сделать, чтобы подействовало. Не надо. Думаешь? Ну, хочешь, давай хуярь. Давай вот это ударю. Нижнего. Да. Там что будет? Нормально. Шикардос, Сань, шикардос. Что дальше? Так. Пидрас еще и хил. Но он хилку уже заюзал, поэтому... Я просто, допустим, не особо люблю играть сразу с несколькими персами. Не, не знаю, приятней одним. Так, у шамана хп мало. Угу. Ну, они сейчас рядом стоят. Смотри, я могу в них блинкануться в троих. Угу. Ну, скорее всего, сломаю бочку. Пробую. Mm. Да, так. Красота. Наушники тактика называется уровень сложности. Да. Ага. Шикарно. Так, мои двое оглушены. Тот еще тот стоит. Ход. Да. Ну, тогда я стреляю вот в этого. Давай. Ух ты, ничего не произошло с ним. А что я могу еще сделать? Я... Не достаю до тебя, да? Подходи потихоньку. Не по воде, сверху. Да-да-да. Не в воду, не в воду. Я вот тут встану пока. Ты можешь поверху пройти, там кажется. Да я тут сейчас обойду. Вот так вот, так вот встану. Все, хватит. Давай. Пока. Красота. Оставлю очко одно. Больно по тебе бьют. Да. Ну и ладно. Не умру же я от одного. Блять. Никита, масло разлито. Нахуй иди. А у меня нет огня, к сожалению. Нажми F5, кстати. Давай. У тебя, Санек, осталась граната одна, которую я подавал. Точно, точно. Блин, добью этого, нет? Так, хочешь молниеносный прыжок увидеть? Давай. Не застанешь же вас. Красота. Тебя. Тебя нет. Ну, отлично, и спрятался сам от него, да? А, нет. Мне кажется, он мог бы меня стрелять. Но почему-то он не стал стрелять. Ой, какая красота, Санёк. Добивай орка. Так, я просто его... Просто его задену. Ух ты. А, нет, этого не могу слушать. Убей того. Я надеюсь, ты не застанешься, Никита, если что, сорян. А, нет, смотри-ка. Нет? Давай вот так, выйду. Блин, я... Ай, просрал очко. Зря в масло встал. Да. Я зря сюда вышел вообще. Хотя, в следующий раз просто стрельну. Так что нормально. Все. Этого сам добьешь? Масло... Давай добью сам. Да, добьешь. Ну, а нифига ты не добьешь, короче. Да давай добью, что там. Да ладно, бей, Никит. Че уж там. Я бы смеялся, если бы он еще раз бы так сделал. Собирай все, что. Слушай, какие неплохие доспехи. Какие? Ну, неплохие доспехи. Так. В этом сундуке все твое. Ну, он подбери неплохие доспехи. Нахрена они мне? Тебе возьми, сам продаж. Ну, тогда я себе возьму. А, ловкость. Ловкости надо. Так. А тут пусто. Смотри, с этим пидорасом пусто. Мы справились. Угу. А, Санек, смотри, я могу взять бочку, чтобы потом ее кинуть на врагов. Можешь. Вместо этого, скажи чего? Вместо твоего заклинания. Ну, сколько бочку выкинуть будет?
Ну сколько стоит 70 очков? А в душе не знаю. Ну вот. Ну, в бою проверю. У меня-то он стоит сколько? 4 очка, я думаю, 2. Так. Хили меня, если есть чем. Есть, есть. Хиль, ну и обычный сейв. Давно не делал обычного сейва. Что, ты скоро спать? Да, сейчас пойду уже. Блять, а босс-то 7 уровня. Эх, по 400. Ты одолеем, что? Короче, смотри, разливая воду. Подожди. Такс. Оп, оп. Подожди, не подходи. Я, чтобы он развернулся. Идеально. Кстати, если я просто дождь разлил бы, я в бой вошел бы? Да, скорее всего. Как бы это же не боевое заклинание. Темный мстит. Хули у вас у всех инициатив больше, чем у меня? Пидорас. Так, ну. Я могу, смотри, разлить дождь в троих в этих попробовать. Давай. Ты достанет так? Должно достать. Дождь ты кастуешь на местность, а не куда ты захочешь. Не, именно лужицу я на куда захочу. Ты на суше? Нет, в воде, но, блять, она того стоит, Санюк. Она того стоит, да? Аватар, аватара, аватара. Тогда мне не хватит, наверное, или хватит. Следующий будет аватара. Следующий, что? Хотя, блять. Ладно, давай молнию в них. Как думаешь, все-таки, если я в стопу стрельну, нормально? Как хочешь. Дай-ка сохранюсь. Так, сохранение. Все прошло. Ага. Так, босс стрелял. Не застанился. Босс не застанился. Босс не застанился. Но. Давай вот так попробую. Заморозка не действует. Ну, Санёк, на того чувака тоже заморозка не действовала несколько раз. Ну, тоже верно. Там же у меня не 100%, а 105%. Раз бросок. А сопротивление, Санёк, вычитывается же. Ну да, да. Такс, давай аватара тебе. И ты когда скилл выбираешь, на в один... О, застанился босс. Застанешься, да? Отлично. Так, и как бы мне подойти, так чтобы аватару не тебе дать? Пешком? Пешком придется, как иначе-то. По левому краю иди, если получится. Ладно, давай попробую. А, аватара не достаю. Но в этот раз я могу хилкой достать. Ну, блять, как хочешь. Я кину хилку. В следующий раз я же подойду. Лучше шамана ударил, он сейчас какую-нибудь гадость сделает. Да не сделай какую-нибудь гадость. Че говоришь? Никит, он сделал гадость какую-то. Да ну нахуй. Да, да. Колдун. Сделал что-то нехорошее. Но кто знал, что он и своих тоже будет атаковать? Он своих не атаковал. Ну, оглушил. На блять, нет. Стан не пробивается по длительности. Ну пока ладно. Ладно. У тебя снаряжение повреждено. Вот это видишь? О, у тебя. Да, видишь. Так, что у меня есть? У тебя кончился улучшение. Я отдаю концы, Никит. Не загружайся ты, блядь. Загрузиться там, где мы в бою были? Да. И хуярь шамана. Шамана. Короля. Просто шамана. Я не знаю, мой дух силен или нет. Нет. Это тот момент, когда я застанил двух. Надо? Да, давай. Проверим еще раз.
Ну как двух, трех застанем. Всех застанем, да? Четырех вместе со мной. Ну да, само собой, с тобой. Так. Пропускай их. Ну сейчас подойду. А, он да, бы уже разлил, Санек. Угу. Кидай заморозку в шамана, если можешь. Сейчас я достану. Ох, идеально он подошел. Идеально он подошел. Красота. Дальше. Что на мне стана нет? Так, на мне стана нет, Санек. Не бей пока молнии в тех чуваков. Но я могу дать тебе... Нет, не могу дать тебе аватару. Вот, блядь, бей шамана с руки и все, если можешь. Ну как с руки? Мне надо подойти тогда. Ну, блядь, заклинанием. Делай, что хочешь, короче. Только не трогай тех моих. Окей, окей. В лужу, конечно, зря встал. А я не в лужу, вроде там сухость. А Маша в лужу. Эх. Эх, я получил как. Надеюсь, сейчас не сниму. Блять, смотри, я возможно разгоню лужу. Нет, не разгонял, хорошо. Ты кровавую уже сделал. Эх, мне мешает эта торча. Так у них стан снялся. Ты можешь взять и телепортировать, да. Он не мешал. Ну, все. Что? Шаман выжил плохо. Да, да, да. Возможно, я блинканусь тогда. Хилку, пожалуйста, а то я сдохну сейчас. А так, что же, не сдохнешь еще? Пока нет. Блять, я могу отхилить себе сотню. Ну что это даст? Ну, ты выживешь. Ну, я в следующий ход умру, так и так. Думаешь? Угу. Не, ну смотри, ты хилишь себя, в следующий ход я хилю тебя. В следующий ход тебе нужно ударить, шамана добить. Хотя он еще заморожен вроде. Он заморожен еще. Ну, давай. У меня 145 хп. Ну, меня все равно с ним добьют в следующий ход. Хильнул раз. Молниеносный прыжок. Блин. Да пробуй, хуй с тобой. Если через шамана я добью шамана, но не факт, что я до тех доскочу. Просто сделай в тех. В тех. Давай. Ну давай. А чё шаман шикарно начал? И пошел стан. И стан не прошел, и шаман пошел. Смотри, ты выжил пока. Или... Или нет? А у тебя нокдаун. Ага. Шикарно. Блять. Могу пробовать так, конечно, сделать. Рывком? Угу. Блин, шамана тут прям... Блять. Стрелять его прям не хочется. Я сейчас сделаю кое-что интересное. Что же? А-а-а, прикольно. Не зря скилл взял. Так, что, добиваю шамана? Тогда уж. Давай. Но мы все равно умрем сейчас. Скорее всего. Если только уровень не апнем. Нет. А знаешь что? Ты вышел с воды, нет? Да и ладно. Давай тебя сделаем вот так вот. А тебя попробуем сделать вот так вот. А.
Тебе бы, сынок, лучше лучника заморозить. А он далеко был. Два лучника вот рядом стоят. Они далеко, Никит. А, для тебя далеко? Да. Тут, ладно, я касание ими сейчас делал. Я ничего сейчас не сделаю. Я то же самое. Ну, мы можем умереть. Лучников, возможно, надо убивать в первую очередь. Уж шаман же не своих может застанить, возможно. Ну да, да. Хочешь, застаню всех? Давай. Застанем. Лабуза не застанет. Меня застанет, лабуза нет. Я и себя застанил. Себя, тебя и... Ох ты. Босс застанился. Босс застанился. Ну, толк. Толк. Смотри, давай на сегодня все. А, мне кажется, да, это прекрасное завершение игры. Окей, окей. Все, завтра продолжим. Ну, завтра, да, продолжим. Послезавтра у меня выходной. Если я вообще выживу нахер сегодня. Все, спокойной ночи, Санек. Давай, спокойной ночи. Пока.